Здравствуй, зритель. Решила записать завтрак Лёре. Вообще-то сейчас уже до хрена поздно. Но мало ли у кого, когда какой завтрак в воскресенье бывает. Я вообще спал сегодня плохо, но суть не об этом, суть о моем завтраке. Я хочу сейчас этот типа, решила все-таки сделать этот типа стрим. С утра у меня болело горло, и говорить было никак. Сейчас вроде говорить может, и горло почти не болит. Но все же небольшой, ибо еще дел дофига. Ну и как-то, в общем, те, кто не увидят стрим, увидят вот этот ролик. А те, кто увидят, или, может быть, и то, и другое. Вот это у меня хурма. Она у меня уже разрезанная. Она такая, я вчера одну штуку слопал. Здесь у меня сливы, но я их сейчас есть не буду. Здесь у меня... Вообще надо было это зафоткать, ну, может, потом зафоткаю, может, кадры сделаю при монтаже это видео и на купец скину. Там у меня две ложки какао с горкой. Сейчас покажу, какого. Вуаля! Вот такого какао. Две ложки с горкой. Остатки маршмеллоу я высыпала в этот раз поверх. И у меня вон там, ну, мне, конечно, тетя сказала, что надо больше по времени, аж 3 часа, что ли, топить молоко в электропечке, что типа это очень энергозатратно, и легче купить обычного молока топленого, ну, в смысле, просто топленого молока. Ну и, в общем, у меня, конечно, не вышло. Тут подогревала в горшочке остатки молока, мне жарко. У нас сегодня, по-моему, снегу прибавилось. Короче, я вчера боролась со сном, практически. В 7 часов меня уже тянуло лечь спать, но в итоге я как-то переборола себя. Думаю, часов 10 лягу спать. И что-то топят до 10, еще как-то родня там позвонила, я родня позвонила. Ну и в итоге, в общем, меня он вчера конфеткой угостили. Ну, в общем, несколькими конфетками. Вот одна осталась от того, что угостили. И еще там пара печеньных вкусных. Ну и, короче, это... В итоге я в 12 вроде как ложусь спать, но кот меня разбудил где-то около часа. И в итоге я совсем уже не уснула в 3. Ощущаю, что я хочу, не могу уснуть, ибо мы уже 3 часа я лежу, там уже надоело лежать. Только думаю встать, уснула. Потом меня опять кот разбудил. Потом, так горячо, наверное. В общем, как-то в итоге я встала около... Незадолго до 2 часов, может где-то с половиной. Здесь у меня каша, есть мне горшочек, который подарили, и в нем я уже 2 раза делала разные вещи. И вот что каша, что другая вещь, она как-то не сложилась. Я сейчас пока временно вырублюсь. Страдальную кашу я раза 3 в том горшочке зафигачивала, ну, подогревала, разогревала, делала. И уже сюда перелила, и вот 2-й раз уже буду делать. Я не знаю, почему пшено не разваривается. Как-то вроде кажется, что все нормально, может, в этот раз уже все нормально будет. Ну, в общем, тот горшочек, который мне подарили, вообще дарил человек, который, на самом деле, как оказалось, все-таки ко мне, ну, первое впечатление было не обманчиво, он ко мне очень плохо относится ко мне очень плохо, думаю, может быть, дарила со злым умыслом. Хотя, вроде как, ее никто не просил дарить, но она как бы дарила благодарность за то, что я там кое-чем помогла. А тут у нас молоко, и сейчас я это молоко хочу перелить вот сюда. Вот у меня, а еще у меня тут кисель есть. У меня тут кисель. И я думаю, потом это все запить чаем, потому что как-то, ну, наверное, придется запить чаем. К тому же я его согрела. И у меня он тут зеленый самопальный с жасмином, ну, то бишь, зеленых разных сортов, которые я там скидывала вместе, смешивала, и жасмин, который собирала вручную. Не поверите, этой коробочке, наверное, уже лет 7 я заварила вчера. Ну, в смысле, этому составу лет 7. Заварила вчера немножко вот в этом шарике, который мне моя падочка подарила. И он вполне себе заварился, и вполне себе такой хороший жасминовый чай. Такие дела, в общем. Вот такой у меня завтрак замечается. Всем пока. Скриптум. В итоге молока оказалось несколько меньше, и я залила уже потом кипятка. Вот оно у меня. Осталось только размешать. Я тут от своих подписчиков узнала, что, оказывается, люди получают АСМР-звуки, ощущения или типа того, когда крахмалом шуршишь. У меня есть немножко обычного крахмала, ну, в смысле, картофельного, есть кукурузного немножко, но чуть побольше, на самом деле. Может быть, как-нибудь, если, может, даже сегодня в Атаке куплю кукурузный крахмал, пакетик, Ашан, да, Ашан, то это... Да, я собираюсь в Ашан, потому что мне... Позвали на день рождения такие, еще у ближнего родственника будут ближайшие дни день рождения, надо бы что-то купить. Посмотреть, может в Ашане, может там еще рядом магазин, посмотрю, что. Но в Ашан по-любому заходить буду. Вот такая вот муть. Теперь точно пока.